Жития святых, святителя Дмитрия Рустовского. Месяц февраля, 21 день. This LibriVox recording is in the public domain. Память преподобного отца нашего Тимотея, иже в символах, пустынножителя. При горе Олимпийской, бе некое пустынное место, символы прозываемые, и монастырь в нем. Архимандриджи монастыря того бе преподобный Теоктист, муж добродетелен, у него же и преподобний Платон исповедник на иноческое наставлящееся житие. У того архимандрита Теоктиста блаженного бе един от ученик, сей Тимотей преподобний, и же от младых ноктей монашеское прием житие, подвизашеся в посте и воздержании, и во всеношних на молитве стояниях, и умертвив весьма страстные взаиграния, бысь бесстрастен и совершен, даже до скончания своего девственник телом и душею, положи бо завету, че сем своим от юности своя, никогда же возрети на лице женское. Тем же и дом Святаго Духа быть исподобися, и прият дар исцеления и силу на беси, и творящи чудеса молитвами своими, недуги всякие исцеляя, и прогоняя от человеку в лукавие духи. Скиташе се же довольни лета по горам и пустыням, един обозе жителствуя, и русою слезню в непрестанных молениях урушая свою душу. В таковом житии проводив дни своя, доспев старост глубоку, и ко Господу отиде. В той же день памяти живосвятых отца нашего Евстатия, архиепископа Антиохийского. Филогонию архиепископу Антиохийскому представлющуся, прия по нем престол сей блаженни Евстатии, муж воистину такова госана достойний, яко житием свят и премудростью знаменит, и велик ревностью по благочестии, я же яви бист на великом вселенском первом святых отец и живникеи в царство Константиново соборе, и деже со святыми отцы подвизаяся на ария, обличитого еретическое хульное мудрование, глаголавшее Сына Божия бити тварь, а не Творца. Отеческие чести и власти чужда. Посрамив убо и проклятию предав хульную ту ересе в статии святый, и отцу Сына единосущно бити исповедав, подвиже еретиков на завист, а наипаче в себе Никомедийского и Теогненикейского. Ти по представлении великого Константина, егда сын его Константий, приемши царство при Аере Сарьеву, и вельми ту защищающий и возвышающий даде власть арианам гонить и узлублять церковь православных, и возможи арианство зело беззаконную силою и неправедную властью, тогда предречение в себе Никомедийский уже в то время, по изгнании святаго Павла Исповедника, патриарх Цареградский, с Теогнием Никейским шепче к Иерусалиму, в недоша в Антиохию образом мимоходного посещения. И там у соборище неправедно и на святителя Христова Евстатия собравши, от престола и сана его извергоша, обрече на него вины неправедные, ово акиба и неправо верует, но еретичествует с Савелием, ово же акиба и нечисто живет. Ибо наяше некую жену блудницу дарами великими, дабы и клеветала на святаго, аки бы от него приемши в чреве от руча родила. И вниде жена та посреде собора, носящи от руча на руках, клевещущи живопиющи, яко от архиепископа Евстатия зачах и родих. Судящи же повелеше жене да клятву и утвърдит глаголи му е. И клятце окаянна е та жена, яко не от инаго кого, но от Евстатия от руча имат. Судивши убо извергоша святаго и на заточение послаша. Неповинни же никоему злу Христов изповедник Евстатий, терпя неправедно е то оболгание и изгнание, представи се в заточение ко Господу, и отейде в Отечество Небесное. А жена оболгавшая святаго впаде в недуг лют и тяжек, и познавши на себе казан Божию за неправедно е оболгание и клевету на неповинного и чистого архиерея, изповеде истину, яко златом наята бист, е жена святаго блудно е глаголът и дело, и от кого наята сказа. А яко клятце от Евстатия зачато му бити отручищу, то ложно клятце. От Евстатия буковача растливши се зача, а не от архиепископа Евстатия. С том же летом минувшим, из иноно греческое царство державшо, пренесено бист от заточение честное и святое и живосвятых отца нашего Евстатия изповедника тело в Антиохию с великою честью, всему народу изшедшу в сретение го до 18 поприщ. И далеча е, с песенми и свещами и кадилой, славящи Христа Бога,
с Отцем и Святым Духом славим Го во веки. Аминь. В той же ден памет и живо святых отца нашего Георгия, епископа Мастрицкого, в Пафлагонской стране. Конец житий святых месяца февраля в 21 день.